Здравствуйте, в эфире программа «Черноморский объектив» и я ее ведущий Сергей Николаев. 90 лет тому назад на мысе Херсонес началось возведение береговой бронебашенной батареи, которая впоследствии получила тактический номер 35. Этому грандиозному военному сооружению суждено было сыграть важнейшую роль в истории нашего города. Именно здесь, в июле 1942 года, драматически закончилась 8-месячная оборона Севастополя. Помещения подземной крепости до сих пор хранят следы страшной войны. Вид обожженных стен, раздавленных стеллажей для снарядов, стрелянных гильз, остатков военного снаряжения оставляет тягостное чувство. Иначе и быть не может. Места массовой гибели людей не могут наводить на радостные мысли. Прошло больше полувека после того, как батарею покинул последний краснофлотец. Сегодня она находится в запущенном состоянии. Мародеры вырезали практически весь металл, находившийся на объекте. Ветшают перекрытия, появляются провалы на нижние этажи. Малейший толчок может обрушить многотонные бетонные блоки. С каждым годом посещать 35-ку становится все опаснее. Дело в том, что 35-я батарея, здесь больше всего разбиваются именно туристы. Потому что люди приходят неподготовленные, без нормального осветительного оборудования. И, соответственно, здесь просто еще в чем нюанс этой батареи, что через нее, через ее паттерны можно выйти к морю. Вот народ пытается спуститься, а высота достаточно приличная, как вы оценили, и убивается. Последний выстрел батарея произвела вечером 1 июля 1942 года. После этого, по приказу руководства Севастопольского оборонительного района, она была взорвана. С начала строительства цитадели до момента ее разрушения прошло 28 лет, из которых 13 она находилась в боевом строю береговой обороны Черноморского флота. А начиналось все так. В 1910 году по заказу морского ведомства и главного артиллерийского управления на металлическом заводе в Санкт-Петербурге была разработана 305-миллиметровая двухорудийная артиллерийская установка берегового стационарного типа. Накануне Первой мировой войны подобными системами планировалось вооружить объекты береговой обороны в Ревеле, Кронштадте, Усть-Двинске, Севастополе и Батуми. В мае 1913 года главное артиллерийское управление выдало заказ металлическому заводу на изготовление первых 14 двухорудийных систем. Дело в том, что противник, вот, уже к тем годам, вот, он имел на вооружении линкоры, броненосцы, причем линкоры и броненосцы, это были основные ударные корабли противника. И, конечно, для борьбы с линкором или линейным крейсером, значит, нужна соответствующего калибра и мощности, значит, артиллерия. В Севастополе планировали возвести две береговые батареи. Для одной выбрали место в устье реки Бельбек, для второй – в районе бухты Казачья на мысе Херсонес. К строительству приступили весной 1914 года. С началом Первой мировой войны работы были прекращены, а изготовленные в Петрограде орудия, башенные установки и механизмы размещены на береговых батареях Балтийской крепости Ревель. В первой половине 20-х годов, когда Черноморский флот только начинал свое возрождение после революции гражданской войны, возведение береговых сооружений решено было продолжить. Для достройки и монтажа материальной части батареи на мысе Херсонес советское правительство выделило 350 тысяч золотых рублей. Техническую документацию на оборудование и фортификацию подготовили военные инженеры выставки Колокольцев и Соколов. Это все люди, бывшие полковники, бывшие, значит, офицеры царской армии, но преданные советской власти, вот как, скажем, Соколов, то же самое, дворянин. Это был очень интересный инженер. Вот он, всю фортификацию выполнена его, значит, умом, его знаниями, его умением. Насколько колоссальным было строительство, можно судить по объему выполненных бетонных работ. Столько же материала было использовано при возведении знаменитого Днепра ГЭСа. Вместе с севастопольскими специалистами цитадель возводили рабочие сезонники из центральных районов России – Курской, Орловской, Ярославской, Костромской губернии и Чувашии, выезжавшие артелями на заработки в Крым. Всего на объекты морских сил Черного моря было завербовано более 10 тысяч специалистов различного профиля. Кроме того, набирали людей, как тогда говорили, ну, скажем, неблагонадежных или как. То есть это бывшие... такой уголовный элемент,
это женщины легкого поведения, скажем так. Вот они приходили сюда на перековку моральную, идеологическую, и здесь они становились советскими людьми, то есть воспитывались в труде на стройке этой батареи. Осенью 1929 года батарея вступила в строй действующих. Еще несколько лет продолжалась постройка командных пунктов и оборудования химической защиты. Тридцать 35-я батарея стала гордостью советского фортификационного искусства. Цитадель была защищена от ударов авиации и артиллерии железобетонными сводами толщиной 4,5 метра. Она имела автономные источники электроэнергии, воды и пара, а также собственную канализацию. Впервые в СССР была оборудована полная коллективная химическая защита объекта. Это позволяло личному составу работать без противогазов при химических атаках и заражении местности отравляющими веществами. Батарею вооружили новейшими приборами управления огнем и связи. Смену изношенных орудий личный состав расчетов мог производить в боевой обстановке. Во избежание пожара на объекте не допускалось наличие дерева. Все деревянные элементы были заменены металлическими или пробковыми корабельного образца. Готовясь к бою, к отражению ударов линейных кораблей, крейсеров, соответствующей артиллерии, вынуждены были, обязаны были строить настоящие крепостные, значит, сооружения очень большой прочности и высокой живучести. Мощнейшее фортификационное сооружение береговой обороны на Черном море, батарея номер 35, была вооружена двумя 305-миллиметровыми двухорудийными установками. Они имели линейно возвышенное расположение. Вторая башня находилась дальше от берега и стояла несколько выше, чем первая, что давало возможность вести огонь по морским целям с малым углом возвышения. Максимальная дальность стрельбы батареи составляла 42 километра. Каждое орудие имело свой подъемник для снарядов и зарядов и наводилось на цель независимо. Повороты башен, возвышение ствола и подача снарядов производились электродвигателями. Обе арт-установки были оборудованы собственными дизель-генераторами. По своему устройству батарея состояла из двух железобетонных массивов, в которых были установлены орудийные башни с толщиной брони 300 мм. Внутри блока первой башни на двух этажах находились погреба боеприпасов, жилые и служебные помещения, а внутри блока второй башни, кроме того, силовая станция и центральный пост с приборами управления стрельбой. Батарея имела собственный камбуз, медпункт, баню и клуб. Все внутренние помещения были отделены бронированными дверями толщиной от 15 до 30 мм. Управление огнем батареи велось в двух командных пунктах, главного и запасного, удаленных на 450 метров от башен. Каждый командный пункт имел бронированную боевую рубку, дальномерный дворик, узел связи, автономную электростанцию, размещенный под землей в 3 этажа. С артиллерийскими блоками командные пункты сообщались подземными галереями, проложенными в скале на глубине около 20 метров. В бронебашне был проведен рельсовый путь. Вся позиция была опоясана минными полями, проволочными заграждениями и рвом. Для маскировки в зоне выстрела применялись железные кусты, раскрашенные в естественный цвет зелени. Для обороны сухопутных подступов к батарее было сооружено 5 железобетонных дотов на 3 станковых пулемета каждый. Личный состав батареи состоял из 300 человек по штату и 120 человек пехоты для круговой обороны. К началу Великой Отечественной войны 35-я батарея под командованием капитана Лещенко входила в состав 1-го отдельного арт-дивизиона береговой обороны главной базы Черноморского флота. Пятая береговая батарея создавалась для поражения в первую очередь морских целей. Но история распорядилась таким образом, что практически всю боевую стрельбу комендоры вели по противнику, находящемуся на подступах к Севастополю и в самом городе. Разработчики артиллерийских орудий оказались дальновидными, предусмотрев в конструкции батареи возможность поворота башен на 360 градусов. Первая боевая стрельба батареи в обороне Севастополя состоялась 7 ноября 1941 года по частям германской 132-й пехотной дивизии в районе хутора Маккензи. За 2 месяца боев каждым орудием было совершено более 300 выстрелов при норме в 200. Интенсивность боевых действий привела к тому, что уже к 1 декабря 1941 года были начаты работы по замене орудийных стволов первой башни.
а 17 декабря во второй башне вследствие преждевременного выстрела произошел сильный взрыв, полностью выведший ее из строя и унесший жизни 27 человек.